Сан-Франциско Алекс Дмитриев курирует муниципальную программу Zero Waste. Согласно официальным цифрам, 800 тысяч населения Фриско ежедневно производят 5,5 тысяч тонн твердых отходов. Главная цель программы Zero Waste – добиться того, чтобы к 2020 году 100% мусора уходило на вторичную переработку. Руководители программы верят, что за рециклингом стоит будущее здоровой и чистой планеты. Мы получили приглашение от посольства в Екатеринбурге. Нас попросили рассказать горожанам о нашем опыте Zero Waste. Я так понимаю, что это связано с растущим интересом к технологиям переработки мусора и к нашей работе. Вы можете подумать, что какой-то чудак приехал из Сан-Франциско и рассказывает нам, что делать. Но я рассматриваю эту поездку как обмен опытом, и что-то из наших идей вполне может пригодиться и в Тюмени. За несколько лет работы программы мэрия Сан-Франциско смогла приучить жителей раскладывать мусор по трем цветным контейнерам. Один для отходов вторичной переработки, второй для пищевых отходов и третий для всего остального. Эта небольшая победа говорит о том, что люди начинают мыслить экологически, и хочется надеяться, что подобные инициативы со стороны правительства возможны и в Тюмени. Георгий Лайф, Николай Салдаев, Евразион ТВ.